Приехали в отель Golden Coast. Нужно находиться в Кеде. Кому-то, если нужны книжечки, можно взять. Ресепшн? Скромненький есть. Сувенирная лавка. В принципе, пару диванчиков. Showrooms after lunch. So after lunch. Yes. Есть номерной фонд отеля Golden Coast. Работает он только на завтраках. Есть детский взрослый бассейн. Территория такая достаточно разбросанная. Супериоры, к сожалению, не посмотрим самую базовую категорию. Посмотрим виллу. Смотрите, детская площадка сразу. Мы потом к ней подойдем позже. Кстати, сегодня мы в этом отеле обедаем, так что я вам даже покажу и расскажу, что тут за обед. Территория достойная, вы знаете. Не хватает, мне кажется, цветов, но это сугубо мое мнение. Можно его не слушать. Так очень зелененько. Вот такая, она достаточно большая территория, хочу сказать. Do you have spa? It's free or you have to pay? 45,000 for one person to go and back. 45. Yes. 55,000. Anytime you want. Да, 45. We have a speedy rental reception. This is all to back. Шаттл 45,000 на одного до Фонтьета. Ну, не слабо не загнули. 45,000 туда обратно на одного человека. Да. Да. То есть, в принципе, на 5 тысяч. Дороже, чем у нас на окраине Мурне. Мы смотрим. I'm sorry, 45,000 for one person to go and back. To go and back, yes? Yes. Да, туда заходим в номер. Приятно пахнет. Люблю, когда номера приятно пахнет. Так. Зона ТВ, телевизионная зона, зона чая, кофе. Вот она кровать шикарная. Так, давайте посмотрим ванную. Раковина хорошая. Так, окно вон застеклено. Душевая кабина полностью застекленная. Туалет. Пошлите, мы глянем с вами, что тут есть еще. Тут какое-то, знаете, типа футбольного поля. Попробуем заглянуть. Вот и вид все-таки. Да, это футбольное поле. Стоят ворота. Так, здесь какая-то сетка. Не знаю, может быть, они что-то делают, как пройти к пляжу. Сейчас мы тут попробуем с вами по береговой линии ножками пройтись. Должна быть где-то лазейка. О, ну волны тут, конечно, сегодня бушуют. Я вам хочу сказать, прям бушуют. Не слабо. Не ожидала. Но не видно, к сожалению, вам сейчас. Стараюсь дойти быстро до пляжа. Здесь бассейн. Да, вот он, проход на пляж. Сейчас я вам покажу. Не знаю, для чего эти зеленые сетки, но сегодня вот это красный флаг, это 100%. Так, смотрите. Зонтики, лежаки, шезлонги. Они есть, но их, в принципе, немного.
полоска пляжа небольшая, но есть. Но купаться, конечно, вот в данный момент сразу нет. Ни в коем случае. Очень большие волны. Пойдемте посмотрим. Мы будем проходить бассейн. Так, я не туда иду. Мы будем проходить с вами бассейн. Даже с горочкой. Вот смотрите, бассейн. Ну, зона лежаков опять-таки, ну, абсолютно небольшая, я бы сказала. Многие сейчас лежат в тени, потому что очень жарко. Смотрите, сейчас детская горка. Это один из немногих отелей, который предоставляет горки. Сейчас я вам покажу детскую инфраструктуру, которая предлагается. Смотрите, вот такие горочки. Вот это, мне кажется, один из самых таких лучших отелей именно для семейного отдыха. Как раз мы с вами видели, что там резвились детки. Смотрите, какие горочки. То есть уже, пожалуйста, извините, все, есть чем. Я сказала, в ресторан можно проходить. Вот такая. Нет, пожалуйста. И вот такая качелечка. Пойдемте с вами в ресторан. Наверное, мне придется вернуться. Да. Поднимаемся в ресторан. Сейчас покажу, как он выглядит. Он сразу у нас возле бассейна и возле детской площадки. Можно его закрыть, можно открыть. Вот он, ой, вид на море. Это, конечно, красиво. Играет музыка. Вот такая у нас зона. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.